сегодня с начинкой. Пока с творогом там готовится, а я уже сейчас буду кушать. Да. Этот блинчик с картошкой и с печенкой. Сейчас подливочку на него полью. И сметанки еще сверху положу. Как вы думаете, вкусно будет? Мне кажется, очень вкусно. Мы обычно сметаной едим, а тут мне и подливочка захотелось. Ну, сейчас пробуем, вот так. Ну, пробуем. Ой, как вкусно! Очень даже вкусно. Делайте так обязательно. Ой, как так вкусно. Не жрану никак. В общем, кушайте домашние блинчики, очень вкусные. А кто кушает, приятного аппетита. Вкуснятина, очень. Даже не могу как сказать, объяснить, как вкусно. С подливочкой, со сметанкой, это еще вкуснее. Так что готовьте и кушайте на здоровье.